Привет, друзья! ВДшка есть у каждого. И о ее свойствах знают многие. И у многих терялась трубочка, которая идет в комплекте. Чтобы не потерять трубку и быть всегда с ней, есть много интересных советов. Это один из неправильных. Так делать не стоит. Вы можете ее просто испортить. Теперь перейдем к правильному решению. Возьмем трубку от ушной палочки, обрежем. Наденем на трубку от ВДшки. Обрежем. Наш коротыш готов. Отлично получилась струя, не правда ли? Из одной основной трубки можно сделать много запасных коротышей. Даже если вы потеряете одну, еще много будет в запасе. Друзья, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Делитесь.